Сегодня мы начинаем наше очередное рыболовное приключение. Приехали мы на чемпионат Рівненської области, на водохранилище Хриники. И сейчас начнется регистрация. Все, мы приготовились. Все, будем. Чемпионат Рівненської области. Все, что получится, вы увидите в моем отчете. Все, вот наша команда. Выдвигаемся на начало соревнований. Будем рвать и метать всех. Ну вот основная база. Тут произошла регистрация. Вот, народ подтягивается. Все. 6 часов будет старт и начнем. Вот, вот проходит регистрация. Наступник отдаю и призвище. Макогин. Макогин. Да. Макогин Славик, правильно? Славик. Так. Засував так спав, мене це врятувало цієї ночі. Молодець, ми б стали. Ти свірком не спав. Нас теж. Не треба її особо. Піднімати так дули. Що ви останні? Підділа взноси загальні, і ми, щоб бюджети ТТ взяли, допустимо, суддів не два на зону, бо багато людей, а одного. Значить, тому тут дозволено перекладати. Але якщо хтось щука, чи судак, чи ну, щось таке, то суддя буде, підійде, зважить, ну, щоб рибу не мучить вас. Но якщо суддя побачить, що хтось застав рибу і об землю вдарив її, то точно він зарахує. І використання підсака не обов'язково. Але розумієте, що поведінка з рибою має бути акуратно, щоб цепи, щоб вона жива у нас вода, бо тут зважування приймаєш? Ні. Я хотів почути, у нас певний маску, щоб у нас не було. Ну вот мы пришли в зону А у нас. Ну, надо начинать готовиться. Вот сейчас будет жеребьевочка. И начнем. Жалмен. Дивіться, не годить. Романюк! Романюк, підходимо. А де рибу видають? Два окуня. Там кресло, то не прав. Черпак! А чого його не вб'єш? Вова! О, дядя Саш! Це волшебна карта. Ні, там є більше. Прийняв. Зараз дивися, я зараз витягну 24. Дивися, дивися. Без руку. 28 тобі. На 24. Блін. О, зараз я. Ножки потрібні. Заряд не можу взяти. Вдруг. Без борода. Да не прибирає, карай. 27. Рибковський. А я казав! Дивіться, хто може два відмати. Я попрошу вернув. Я секунду. Носик я не вірю. Короче, де ви добра? Єгоров. Там, де ви сильний? А, хто? Костюшка. Так, що виборить. Так, ну вот произошло мероприятие, и мы разошлись по секторам. Все, все в ожидании старта. Все, вот и старт. Начнем. От закінчився перший тур. Все, розвішування. Я поймав одного окушочка, 17 грамм. Весла 18. Ладно, будемо боротися далі. Так, от розійшлися на второй тур. Все, от дам старт второму етапу, будемо. Вот так проходит второй тур. Вот, вот пробует. Я пока поймал одного. Тоже хорошо. Вот закончился второй тур первого этапа. Всего народ идет на взвешивание. Вот мы поймали одного. Сейчас его взвесим. Будем знать сколько. В среднем народ так и ловит. 1, 2, 3. Вот так. 6 зараз шляху. 0 може. Як прізвище? Я навіть сюди, щоб води не було. А то вода сьогодні не знає. Чи скажуть, що льоз? Так, звісно. Щось це 36. 11. Так. Кругло. 17. Можна? Можна. О, бля. 10 є чи нема? Є рівно 10. О, здоровенний. Це факт. 10. Я ж прізвище. Новак. Що, ти підняв її? Вона тут допригається. Де? Там Новак. Важно. Черепак вах, позарка вах. Це став рибу. 49. Егоров. 10-й. 48. Не, 49. Все, вот. Вот так подходит к концу третий этап. Ой, вернее, третий тур первого этапа. Рыбы море. Мы, как всегда, поймали по одного. Ждем на взвешивание, наверное. Ждем сирены. Такие сложные условия. Вот. Трава вдоль берега. Вот. Если ее и не видно, то она присутствует. Окуня найти весьма проблематично. И что, как-то мы нашли по чуть-чуть. Вот и закончился первый этап. В третьем туре первого этапа мы поймали опять одного. Сейчас пойдем взвешиваем, пойдем покушаем, и начнется второй этап. Начинается же второй этап. Вот такой водоемчик хороший, только рыбы маловато. Народ стоит. Будем пробовать. Пока до вас дозвонишься, то уже все, пора ловить. Начинаем. Вот и начался первый старт. Вот закончился первый тур во втором этапе. Все, народ готов взвешивание. Мы поймали 4 окуня, я поймал. Ну, будем взвешивать. Все, вот мы взвесили 46 грамм. Все. Вот и закончился второй этап. Все. Сейчас мы пойдем взвешиваемся. Народ подходит. Словили мы 3 штучки. То есть мы без нулей. В каждом туре мы поймали. С 2 этапа. 6 туров. Все время мы с рыбой. Я не знаю. А рязанский что ловит? А что рязанский тур? Это... Ну, пускаем. Все, рыбка идет гайту назад. Вот.